Почему? Олег Фрейс. Мы не успели начать играть, Олег Фрейс. Ликан, Турион, Бэтрайдер, Брюмастер. Вот от этих героев я бы избавлялся. Я избавлюсь от Брюмастера и Кентавра. Остальное мне не особо не нужно. Вот Брюмастер Кентавр или Брюмастер Краба? Мне вот это нравится. Бля, я не вижу иконок, так что я буду в поиске. Хорошо, на Брюмастере все сошлись. Ликан за Дайер мы им хотим отдавать. Я бы не отдавал, не играл бы с огнем. Правда, еще в пуле остается туда Бэт. Да в смысле за Дайер? Там Рошан, смотри где. РД Рошан. Хорошо, давайте, поиграем против Ликана. У меня еще ничего не забанено, поэтому можем завтра. Не-не, почему Кентавр? Вы боитесь Кентавра? По Кентавру я. Да, они тоже с ним играют. А так, мы Бэтрайдер мы боимся? Концов. Лихнего нет. 7 дней. У нас вот Фрион Бентна, что нам это? 7 дней. Я думал, мы играем с Магнатаром Найсом. Пинг. Введи на листу. Пинг пробел. Пинг пробел. Яндекс.ру не вводи Enter. Тире, пробел, тире Т. Я за то, что пробел, начали с Магнатаром. Тире Л. Пробел 2500. Пусть 2500 будет. Ты не разбираешься, что я вел бы так? Нет, я разбираюсь. Ну попробуй, подключись. Ну так сейчас есть интернет. Ну вот. А, взяли потери пакет или? Может, типа взять? Похоже на DDoS 5. Здорово, можно тебе? Типа у тебя не бонус? Сэй, здорово. Я не могу вообще поговорить с ним, что ли? Здорово. Ctrl-C. Искусственный интеллект. Здорово. Help. Я сказал, или я сейчас он подойдет. Хакер. Сейчас мы начнем разговор с компьютером. Хакер, он сейчас найдет этого дедосера. Ого, кол, вызов одного пакетного файла из другого. Вызов дедосера. Как это? Можно скайп? Я за... Кол, Греб, Паша. Саша, Магнус скайп нравится нам? Бля, у меня... Ну он ты мой, и Ваня не надо смотреть. Я понимаю, что у тебя на дороге... Они ферспик на вингу? Да. Доберем! Магнус Скай устраивает? Чего бы нет? Да. Меня Фурион устраивает, Магнус Скай устраивает. Фурион Скай не обязательно. Хотите, можем Фурион Магнус взять, к примеру. Тоже не нормально. Короче, если... А чего мы сейчас хотим гамбам хотим? Нельзя давать им выход на пака легкий. Если ты возьмешь Фурион Магнус, это легкий выход на пака. Он уже им хороший будет. Го Магнус Скай? Магнус Скай меня вполне устраивает. Все, го. Магнус? Да. Вообще мне нравится. Ну сейчас, 40 секунд еще. Может, Фурион какой-то же умеет. Никаких проблем не будет. Я нет, так мы можем и Фурион. Просто мы хотим Фурион брать или не хотим? Давай так. Не хотим. Хорошо. Возьмем потом, если дадут. Глебаш же. Что, мы можем Фуриона перевернуть? Не-не-не-не. Сомка бабу для разора забанила. Меня вполне устраивает. Разор был. Фуриона можем взять, ну, после. У нас там ФП будет. Только если сейчас Илья придет, уходит Оля. Я не это самое. Не придет. Он пошел, он говорит, проблема там одна и та же, и пошел ее решать. Короче, сейчас. Ему не обязательно. Ходить, чтобы решить эту проблему. Понятно, если он подойдет, я его выхлос. Не трогай, я не знаю. Все, у нас сейчас будет отличный герой. Шаоли. Шао-шо? Шаоба. Шаоба. Вот ты будешь, Юрий, как там? Куда мы едем? Нинчуань. Нинчуань. Ну, я примерно представляю, чем казахи любят играть. Шаоба сиси. Блин, как у них? X-Game. Казахи.лучше. Точка КЗ, ты. Ну, Террорблейд, а сама не у нас? Россия, знаешь, Террорблейд и дроп, да. Вот смотри, реально, вот дроп и Террорблейд, типы прямо выходят на это все. Ну окей, они брали дровку до этого? Да. Сколько раз? Несколько. Все, гоу, дровку. Дроп, Террорблейд. Ну, вот эти не справились. И они вон морду отбанят, как раз второй. Мне кажется, дровка, Террорблейд. Давай, давай, они еще какой-то там Нави Сирены играли, мы так сейчас назвали. Дос компов. Главное, чтобы мы поверили. Ну, ты, ты написал, Саша, да? Хорошо.
Россия. Ну, смотрите, ну я забанил бы Террорблейда. Я бы тоже забанил Террорблейда, давай не будем рисковать и играть в Айрис. И взял бы в Рейскинга. Ну, здорово. А опыт не меняется? Здорово. Опыт мне больше. Смотри, я сейчас такой хоп, ЦНД. Ничего себе поморца, понятно. Блять, я не могу. Почему их меньше? По памяти. Зачем? Зачем? Минус. Я не вижу, я не могу так. Без минуса. Просто? Я не подсказываю. .ру. Саша, окра устраивает нас? Минус Т. Подожди, можно его считать? Окра расстраивает. Или вообще воспитан его можно взять? Нет, тут в такую лучше сейчас ситуацию брать сюда, чтобы мы взяли лучшего Кэрри и лучшего оффлайна. Да, 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 да. У меня еще есть второй вариант. Окей, гоу. Пиши, мы не забанили ни разора, ничего. И то есть мы возьмем знак, кстати, возьмут разор. Да, то есть вот сюда лучше фунт. Узел не найден, вот сейчас можешь писать. Ну посмотрим. Запрос же пошел. Яндекс.ру. Не нажимай Enter. Не страшно смотреть разор, да. СДД500. Не переоценивайте героя. Пошел ты. Вот он там, знаете. Ну от огра также будет страдать, как и огр от него. Опа, там, знаете. Игра. Один стан мультикас пропирает, и он взрывается. Саша, напиши что-нибудь. Ну ладно, что вы видите, мне похоже, ничего не написал. То есть я ничего не писал? Лешка такой довольный. Ой, довольный ты какой, Олежка. Олежка, платная тележка. Классная тележка. Вот это вот, ну, ты мастер. За последний годик научился. Он скоро нормально, вот филигран напьет. То, что ты. Еще бы они там не брали. Единственное, что нам надо шота, чтобы если шот на гражданство. Мы отобьемся. У нас будет, если мы шторм на какой-то на ноксе, мы отобьемся. Или какой-то легион командер будет пятую сеть. Если вы харку пойдете, могу рубно ему. Кого? Рубно могу сыграть дебо. К примеру, я выживаю. Ругно. А риска не боишься? Похуй. Рубна и риск. Рубна. Риск страдает от рубны. От рубны. Короче, у меня еще нет не больше, так что все нормально, ребят. Время еще есть. Можете подумать. Можете не банить ничего. Запрет риск выбирал. И раптора. И с раптора. Пока больше выглядит что-нибудь какая-то до спектра. Не мешай. Завтра видишь? Больше красок, чтобы SF-чикс. Хотя опять же та же нагло может быть. Ты хочешь доверить на 10 кружок? Но Найнса уже можно, наверное, сейчас взять. Можно. У кого у вас фильм? У нас легион командер 6. Где легион командера и Найнса? По-моему, у них фаспик. У них же фаспик был. Да. Да. Опа, да. Значит, мы не знаем, кто будет последний. Но я за Найнса плюс что-то. Это может быть что угодно. Теория легион командер. На карту. Ну куда угодно. Жалко, если не я, да. Он загнул. Это герой, который собирает БКБ. Три героя БКБ против Дезрака уже достаточно. На Легиче, АТО. Короче, я так скажу, если будет хоть какой-то вариант, что мы можем на Найкс еще офлайн поставить, то, наверное, на Найкс пойдет офлайн, и может быть какой-то морф у нас будет. Может быть. В общем, это перебор рейтинга. Не совсем. А у вас Steam у всех онлайн? Он может быть семикири, он может быть как утилити. Он может купить Steam онлайн. Не, не хорошо, это просто вот мне вариант пока пришел. Типа Марфа. У вас Steam у всех офлайн, да, парни? Да. Прогоните его. Уходи. Сказали прогонать. Нет, так уходи, серьезно. Не, серьезно уходи. 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 Empire. Дядь Паш. Это как интернет. В смысле интернет? Я с фоткой убегу? Да. Отличный план. Зачем Найкс? Я бы прямо сейчас убегу. Зачем он сейчас? А что он фоткал? Он фоткал на шпике и убегал. Саша, у них фотка, да? Ничего Найкс уже не делают. В принципе, только вот противное это типа. Жесть. И такой, он что, не может запомнить или что? Ну, мне нравится. Слай может запомнить, поэтому не фоткал. Да, последний день. Да, кажется, что эти такие наши базы. На изи-вейне ее, если она будет? Да. А на экстра-режом сбивает сетку? Нет. Газпом. Ладно. Тогда будет просто нет. Нужен оффлейнер, да? А можно в хард с легион командером? Я щедрая. Убить их.
Можно. Стан снимается Венго и все. Чей ребенок там сидит? Ой, не Венго, а Легион. Чей там ребенок сидит? Стан есть, только Венго. Я думал, что за батя есть. Давай. Это твой сын? Мне тоже нравится Легион. Я бы не хватался за Легион. Нет, нет, я... Надо только, чтобы... Не похож. Я уверен, это Легион. Если будут иллюзии идти, он их тоже ешь не больно будет пробивать. Я в Морфе тоже очень сильно уверен, потому что... В Морфе? Да. Ну, я просто говорю, что, типа, Дизраптор его не сильно контрит. Ну, блин, он нагло очень сильно контрит. Как? Ну, он все отпушивает, что она пушит, и влетел на ее сильнее, потому что у него копия жестче. Если у тебя есть чем дефич. Это слишком гридинес, нам надо, чтобы что-то было у Найтса. Нет, так мы в хард с этой триплой можем пойти. О, хард уже этот, но я, мы не видим просто последнего. Что ты шепчешь ему там? Легиона хотим, да? Ну, спаси всех. Олег. Она не может. Кого ты будешь здесь легионировать? Всех. Кого бы ты не легионировал, слов нет Финхайда, ты бежишь на другой конец карты. Это не важно. Ну, типа, драка. Еще ж помимо этого есть Найк с Магнатавром, которые там будут, а ультимейты всякое, прыгнул, подскочил, убил. Это беспонтовый герой. Не знаю, нормально, как по мне. Он будет отпушивать что-то. Ну, предлагай, Санек. Мы можем Фурион или Пугну взять? Сами пойти на хард? Мы с Легиона можем на хард пойти. Это трипла развалит их трипу. А я соло буду против кого стоять. Против того, кого они возьмут вас пиком. Или это пак. Или того, кто возьмут вас пиком. Ну, решаемся? Короче, давайте попробуем, если не пойдет, все еще две просто фолд возьмем. Все пойдет. Вперед! Добрый вечер. Алибар Легион Командер. Это трипла, ну прикинь, они кидают стан Венги в кого-то, Легион снимает. Все. Он дорого стоит, если что, теперь. Ебанусь, стеку. 110 маны, на все порвало. Мне тоже стан много осталось. Второй спел у Легиона. А это да. Press the attack. Главное, да. Стики, чтобы у вас там были. Россия, сейчас. Да не переживайте. Легион какую-то нам вселенную часть наберет, и людей Такого шанса у них вообще нет. Это не машина. Это не машина, ребята. Это не машина. Это куда GoPro пережал? Мне кажется, это не машина, это человек. Да, и три пара. Ну, другой случай, это не ком. Это не ком? Это не ком. Так, ты не дыши. Ребята, все нормально. Это не ком. Это не машина. Это не машина. Напишем. Лансеры уже пронужают, ну заебал. Почти, Саня, можно уже, да? Да, мы тебе все сделали. Вертолет уже вылезет. Что? Гол свапаться. Я на лампе все на этом свапаю. Да, да. Вы скажите, Найкс у нас нормально? Алло, Найкс у нас против Кентавра нормально отстают? Нет, он, блядь, просто посмотрел. Саша, спросите. Саша, ты на Найксе против Кентавра нормально? Конечно, можно, да. Окей. Я думаю, что есть еще друзья. Саша? Саша? Саша, нормально? Саша, да хватит уже. О, блядь, там еще чешется на этого героя. Эй, гусь. Ну, дядя, это Коцет. Ребята, у тебя такая есть просьба. Вы все вот уходите. Можно поручить здесь душной тайны с вами. С вами при всем уважении. Я не дышу. Стал Саша дома на дороге. А? Не, ну как, сейчас нормально 25-24. Я уже знаю, что будет. Потом будет 23. О! Смотри, 24, 23, 22, 21, секундочку, 20, 2, 12, 18, 17, 16. Выбрать на стиле. Что-то просто пару минут нужно. Россия, душа, триколор. Ой, Олежка, спрятай. Я не умею, вон у вас привет здесь. Нормально. Не умею. Не грусти. Он Глебан, давай. Ты не чувствуешь себя лишенным каким-то? Сидя здесь одиноко. Я просто жутник от Бога. А может ты реально сапог? Ну, блядь, я скручу это. 66. Я с сапогом могу просто идти так. Короче, я за ушами пошел. Я хочу. Нет, я тебе, Глеб, я тебе могу свои, дай тебе высушать. У меня тоже хач есть. Да, мы два хача. У тебя капли есть. Ну, полный хача будет. Спасибо. Хач. Подожди, Олег, хач. Это вот прикрытие? Да? Ну, я понял. А, да, только не говори, это все должно остаться здесь. Хочу купить чебурекович. Будьте средь. Этот лучше. Смотрите, какой у меня магис, какие шмотки, вообще тупо шик. Супер.
Команда. А, так это Глеб! Дашь поносить? Он этого магнуса, я на магнуле легионер шватал. Дашь поносить? Да. А вот смотри, это... У тебя есть аркана? Аркана на кого? Хорошо. На легионера. Ребята, давайте дальше. Если серьезно? У нас не тихо, не фоню. Я стою, терплю, вы В смысле, ты превратился в кентавра, по-моему, нормально стоишь, не? Ну да. Ой, ав. Если трипла. Ав, спасибо тебе. Не, я говорю, если трипла. Может... А если трипла, то что? Мы перетянемся. Да, там у нас суппорты, которые могут бегать везде, где хотят. Оверскай. Они любого встречают на руне, где угодно. Если они вторые левела, то они вообще убьют. На третьих вообще в мясо. У кого ключи? У меня. Опять? Вступит на бег. Ты спросить не нужно было. А не идти. Ступик. Ну там нормально, что есть? А нет, все нормально, братан. А, все видно. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Оп. Все норм. Гоп. Ну это ты зря. Гоп. А я свои пишу. Я пока на своих тренируюсь. Там нет. О. Конечно, надо было чуть раньше. 19. Прикольно, ты считаешь. 11, 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 0
там на браках и вообще на нервных играх не вышли, пошел плеш. Я анмьютил. Шпион. Шпион. Я думал, они тоже не нашли. А что они не могут? Не, он у Саши все хорошо, смотри. Саша, мы уже ливанули. У всех проблемы, только у Саши хорошо. Видишь, все топливо у меня остановили. Теперь я тут босс. О, так фанчик пошел. Смотри, какой гав-гав. Мечты сбываются, теперь я на миде. За что? За что? Почему я? Мышь. Блин, смешно, если бы не было так супер грузно. Сколько у нас есть времени? Пока нам не скажут, что ребята... Опа, а я уже в меде. Ребята, лучше не спрашивать этот вопрос, потому что знаете, пока они сами скажут, долго вам еще. Надо узнать, сколько времени займет фикс. Вот это да, хоть примерно. Да вам тихо сдали уже, да, не успокойся. Поедем в Румынию? Когда? Сейчас? Сейчас, если мы не сможем. Мы не успеете приехать. Мы, значит, возьмем первый билетик в УЗ. Нет, нас тут ждут 20%. Москва, нет? Ваня, нет мыслей там, воспоминаний по Empire, типа, там не лагало. Лагало. Лагало? Не лагало, не додосило. Я был доволен своей жизнью. Так я и сейчас доволен. Получается, так? Да, Саш? Я доволен. Я привык уже. Он же привык просто за 5, сколько? За много лет? За 5 сколько много? За 5 много. 5 много? 5 много. 5 реально многовато. А 4? 4 более-менее уже средний. Все, значит, И шляпу, урон от двух ладней. Это я таких, как ты, карал. 7000. А теперь смотри, непобедимая сабля. Оля здесь? У девочки черной бабрихи. А что же на знании 5? Терроризм. Подрываю просто. Оля. Дай мне курьера какого-то, что ты такая жадина была за дела? Что тебе дать? Ты думал, что ты тут что-то сможешь еще принять? О! Uncommon Fury Blade, клинок на бацикле! Опа, на смотри, это я сложил. Порезал до кочи. Хочешь? Братишка, поменяю, у тебя есть аркана какая-нибудь? Суппортить на бутсикере. Если есть аркана, то смотри, что для тебя супер. Привет, посмотр. Выходит такой парень. Нет?
Сашка International выиграл с таким наплечником. Только что. Это молоток Фобоса. Россия, щедрая душа. А что, все нормально работает? Где моя мира? Я даже не надолго. Ну, у меня там, кстати, ты не знаешь, что меняется постоянно загрузочные карты? Потому что, типа, походу, чуваки, которые здесь играли до этого... Ну, рандом поставили. Вот тут, да, рандом поставили. Это же курьер рандом, ну, шо за него? Шо, Доня, на ёбу нужно подавать? Опа, на превышен давай. Давай. Ожидание от запроса. Та-та-ра. Игра началась, и началось. Нет, сейчас я скажу, когда паузу надо будет прожать. Чтобы вы напрожали паузу, вам просто поменяют один кабель. Скорее всего, просто битый. Привет, ты куда? Веников нет? Что? Веников нет? Так мы это сейчас будем? Потому что лучше сейчас сделать, чтобы мы уже начали... Тём, я не знаю, когда будет менять. Вы начнёте, я могу... И то могу даже не предупредить, потому что админ придёт там. Где Легион? Я не могу его найти реально, отвечаю. Тут брутбат. Не должно быть... Это мой легионер! Это означает, что... Дед, смотри, сколько дуэлей выиграли, показывай. Ты столько за всю жизнь не выиграешь. Ха! Зато ты подаришь, если надо. За всю жизнь столько дуэлей не выигрывают люди. 417. То есть пароль пропал. То есть если ты проиграл, то все, сразу ты умираешь. Сколько у тебя дуэлей, Даня? У как Дантесы. 17? 17. А, нормально. Кирилл, нормально. Если что, Дантес выиграл за 2 дуэли, так что ты что это ничего не говоришь. 417, йоу! Там у чипов 1600. Так, не портим мне настроение. Начнем с этого. С хорошей идеей. Звонят колокола, Москва. Все нормально. Паузу ставим или идем? Саша, там Саша? Да, идем, ребят, все нормально. Паузу поставим? Да, идем, что вы? Нормально. Я готов. Я куплю смог. Напиши пару минут, может, просто. Кричалка, уверенность в победе. Пока пауза, ребята. Без проблем. Роман. Я понимал, кто-то здесь не проигрывает. Кричалка, уверенность в победе. Только пятером играет. Когда я уверен в пятером, я уверен. Тип ни разу не лажал с нами, прикинь. Но и все игры выиграют, тип ни разу. Потому что я знал, в какие моменты можно проиграть. Вот крыса. Empower. Урон к соседним целям 50%. О, поехали, новый клиент, там все новые. Какие новые клиенты, это я вас отключил. А, жаль. Я-то уже все надеялся. Играй.